Всем привет! И сегодня у нас распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И начинаем с вот этой. Так, и здесь у нас коробочки. Здесь у нас, похоже, коробки. Коробочки маленькие. Одна такая вот точечка. Внутри металлическая, а другая вот таким вот рисуночком. Сейчас успокоим, что внутри тоже туго открывается. Внутри тоже пустая, тоже слетала. Такие вот две коробочки. Сегодня пришли. Ну а мы переходим к следующей посылке. Следующее это. Распаковываем. И здесь алмазная вышивка. Или нет, обычная. Нет. Обычная. Немножко ошибся. Просто здесь. И вот знаки как алмазные вышивки. Это обычная вышивка. Пошла. Сейчас распакуем. Вот. И достаем. Нитки. Которые... Ну вот, в общем-то, не буду их всех доставать. Да, я понял, это очень быстрые маркировки. 30 цветов, как вы видите. А теперь посмотрим. Вот. В общем-то сейчас. Это что? Ага, схема. Это схема, которая состоит из четырех частей. Общая картина вот такая вот. Нужно выйти. А теперь рассмотрим на саму ткань и с узором. Смотря на ткань, что-то понятно, но что-то и непонятно. Здесь буду жить понятно, кое не буду вверх ногами. Разглядывается немножко силуэт тигренка. И месяц. Все, больше ничего не могу понять. И еще, кстати, пришли иголки. Две. Для вышивания. С широким ушком. Ну, и вот такие вот. Картина. Ну, так вот. В общем-то. Вот, что у нас сегодня пришло. Набор для вышивания. И две коробочки. Ну, и вот такие вот у нас сегодня были посылки сайта AliExpress. Коробочки и вышивка. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы заканчиваем.